Здравствуйте, господа! В этом видеообзоре хотел бы вам показать пульт-копировщик для систем Parsec. Вот это вот такие вот активные меточки. Работают такие пульты на 2,45 ГГц, это частота Wi-Fi. Вот, идут они вот в таком комплекте с подставочкой, стоят неоправданно дорого, 2500 где-то в районе этой суммы. Вот, наши пульты-копировщики оптом гораздо дешевле. Вот, ссылочку я оставлю в описании. Значит, для видеообзора мы такой вот изготовили ПДУ-анализатор для того, чтобы вам продемонстрировать работу пульта копировщика. Вот. В принципе, для тех, кто очень сильно захочет, можем постараться сделать приемное устройство для таких вот пультиков. Вот, потому что приемники у них стоят, по нашей информации, в районе 150 тысяч рублей оригинальные. Вот. Но, естественно, мы сможем аналоги изготовить гораздо дешевле. Давайте покажу, значит, что, собственно, представляет из себя пульт-копировщик для Parsec. По умолчанию он является баланкой, то есть его прописывать штатным способом не имеет смысла. Вот, программируется он только путем копирования с пульта на пульт. Вот, и покажу, как, собственно, это происходит. Значит, на ПДУ-анализаторе мы видим, что у нас вот кнопочка выдает код свой А1. 3D5E. Кстати, вот сзади пульта можно посмотреть. Это фактически серийный номер пульта. Вот, здесь вот он частично указан. Вот. Ну и вот эти вот первые цифры, это значит первая кнопка и кнопка номер 2. Вот. Здесь они наоборот, то есть справа налево. Собственно, как программировать пульт-копировщик? Нажимаем кнопочку, которую мы хотим запрограммировать, и удерживаем ее. Через 5 секунд пульт начинает вот так вот помаргивать периодически. Вот. Подносим к нему в упор оригинальный пульт и нажимаем на кнопку, которую хотим перенести. Видим, что на нашем пульте сменилась индикация, вот, и фактически копирование успешно выполнено. Проверяем. Видим, что он выдает такую же котировочку. Вот, видно, что экранчик помаргивает, кодировочка меняется. Вот. Давайте запрограммируем вторую кнопку теперь. Точно так же нажимаем ее и удерживаем. Вот, более 5 секунд до смены индикации на пульте, вот, чтобы вот так вот лампочка моргала. И нажимаем на оригинальном пульте кнопку, которую хотим перенести. Вот. Проверяем. Видим, что у нас первая кнопочка списалась. И вторая. Также на этот пульт можно выполнить копирование на остальные кнопки с других пультов Parsec. Давайте вот откроем. Вот здесь вот уже у него здесь вот серийный номер уже другой. А13D43. Проверим. Вот. А13D43. Вот. И давайте скопируем на CD. Удерживаем. Вот, пока не начнет так вот быстренько моргать лампочка. И нажимаем кнопку, которую хотим запрограммировать. Вот. Давайте сразу вот это тоже запрограммируем. 5 секунд удерживаем. После чего нажимаем на кнопку, которую хотим перенести. Вот, и проверяем. А1 3D43. Вот, и здесь также. Вторая кнопочка. А1 3D43. И здесь также. Вот, собственно, вот здесь вот этот номерочек мы можем увидеть сзади пульта. А на эти кнопки у нас запрограммирован другой код. А1 3D5E. Вот. Ну и здесь, собственно, точно так же. Вот таким вот образом программируются эти пультики. В комплекте с нашим пультом-копировщиком идет такая конструкция. Здесь подробно все указано, как программируются эти пульты. Вот. Идут они вот в такой вот упаковочке. Как приобрести этот пульт, будет ссылка в описании. Спасибо за просмотр. Всего доброго.